чувак, ты Аллаха, и смотришь ложку, и вообще ты лошара. Ты не доктор, а бандит, скотина. Вот и все, я бандит. На самом деле, этот человек просто очень ранимый. Если он видит то, что игровой персонаж страдает, он тоже страдает. Он не может, у него сердце выпрыгивает. Боже мой, это же как больно смотреть, когда кто-то в игре умирает, в конце концов. Я вот каждый день, когда в GTA играю, давлю кого-нибудь. Я вот, знаете, я вот прям помолюсь за него немножко. Может быть, пойду могилку поставлю на всякий случай. Все может быть. Ты дебил? Кактусы, мутанты, криперы, маньяки, зомби, слизь, ну понятно, слизни. А я 9-летний мальчик Ярик. А я слива лиловая, спелая, садовая. Ярик, мать его, это сарказм. Ты понимаешь, что это нереально? Я понимаю то, что это дети, но иногда дети, которым по 9 лет, у которых есть доступ в интернет, просто убивают меня на повал своими комментариями. И я ничего не могу против них противопоставить, потому что они не могут технически думать еще в этом возрасте. Они не понимают, что такое сарказм, они не понимают то, что иногда нужно использовать преувеличение для каких-либо видео, чтобы это сделать более или менее интересным. Не могу я ничего поделать с этими комментариями, технически они даже меня не злят, а вызывают какую-то улыбку, и, если честно. И таких 9-летних мальчик Яриков, между прочим, Туева куча, поэтому я ничего не могу с этим поделать. Ты всегда снимаешь какую-то хрень. Поиграй в Майнкрафт. Понятно. Понятно вам? Играйте в Майнкрафт. Все, Майнкрафт это не... Майнкрафт это святое. Вот прекратите вот Майнкрафт. Играйте все в Майнкрафт. Я сказал, играйте все в Майнкрафт. Вы что, не поняли, что ли? Вы что, не поняли, что ли? А если вот это Лил Яковбас придет к вам и зарежу вас? Хрен с ним, поехали дальше. Я Давид, мне 6 лет, я подписался на твой канал. Я Давид, мне 6 лет, я подписался на твой канал. Я Давид, мне 6 лет. Недвижимость в Крыму Олеся Королева. В общем, недвижимость в Крыму Олеся Королева. Пожалуйста, уберите вашего сына от интернет. По сути, эти комментарии вообще безобидные. Я просто... Они меня просто убивают. Они просто меня... Я не знаю, что с ними делать. У меня аж слезы проворачиваются на глазах. С одной стороны, это очень даже мило, знаете. Ты красив, спасибо, Егор Чупраков. По-моему, я стал притягивать не ту аудиторию. Он тебя любит, добил, а ты его убиваешь. Прикинь, тебя жена убьет. У меня есть жена. Вот это поворот. Я даже не помню, к какому видео этот комментарий был адресован, но на самом деле это... Не убивайте. Я еще раз повторяю, не убивайте персонажа. У кого-то, может быть, действительно какие-то серьезные прямые отношения с ними, понимаете? Они вас потом будут ненавидеть. Если где-нибудь встретят вас на улице, они вас пырнут ножом или достанут травматы, шмальнут вас несколько раз. Какие-нибудь там Даша Ленины или 9-летние мальчики Ярики. Чувак, ты Аллаха, и смотришь ложку, и вообще ты лошара. Что это за комментарий, мать твою? Что это такое? Как мне это понять? Как мне понять твою критику, человек? Чувак, ты Аллаха, я чувак Аллаха или Аллах? Чувак мой, что? Я понимаю, иногда есть религиозные фанатики, но мне кажется, это слишком. И смотришь ложку. У вас есть достоверная информация на этот счет? И всем привет, дорогие друзья, с вами Ложка, сегодня продолжим играть. Да, это там случайно там нажалось, я не знаю, кто нажал, какие-то, наверное. Я не знаю, да, не я. Телефон просто что-то заглючил и на видео ложки зашел. Я не знаю, как это получил, честно. Черт. Первый наг. Я первый. Первый наг. И все это было в одном видео. Я не знаю, как это получилось. Я не знаю вообще, почему так происходит. И между прочим, Red Hunter первый. Ха-ха. Войс, сними шлюпку ночью себе и сними видос, как трах. Ты, ребят, где школьник долбой? Позвоните, что написал. Первый раз, когда я увидел этот комментарий, я, по-моему, под столом был лет 10. Я не знаю, почему у меня просто некоторые комментарии так пробивают. Да, ты знаете, как здорово, на самом деле, быть ютубером? Потому что ты вот это вот все читаешь, и тебе весело становится. Если ты ответишь мне, я съем пластилин. Вот поэтому, запомните, поэтому я вам и не отвечаю. Я боюсь, я опекусь о вашем здоровье. Черт знает, что с вами случится после того, как я вам отвечу. Вот один чувак хотел съесть пластилин, а мне этого не надо. Поэтому некоторым вам я не отвечаю. Я боюсь, что вы сожрете пластилин. Всем привет, ребята, подписывайтесь на наш канал. Сейчас там ничего нет, но на нашем канале в
вы с 28 до 29 числа будете видеть интересное видео. Летсплей, рандомное видео и т.д. и т.п. Заранее спасибо, мы вас ждем. Вы знаете, вы так никогда не добьетесь никаких высот, если вы на самом деле хотите и стремитесь к чему-то, потому что нахрен вы никому не упали с вашими каналами, на которых видео выйдет только 28 до 29 числа. Ну вот, в принципе, и все, дорогие друзья, надеюсь, вам понравилось. Если это действительно так, то можете меня поддержать, это очень сильно поможет. А также, если вы здесь первый раз, то можете подписаться. С вами был Войс, увидимся в новых сериях. Пока!